Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. В 1967 году доктор Мартин Лютер Кинг, находясь в церкви города Риверсайд, сказал: «Сейчас в мире больше всего применяет насилие мое собственное правительство. Список преднамеренно атакованных стран с соответствующими последствиями довольно длинный. Корея и Вьетнам имеют особенно тяжелые последствия. Многие вьетнамские дети еще сегодня в больницах страдают от последствий атак ядовитого газа. Никарагва обнищала, Ирак и Ливия опустошены. В Гренаде многие бессмысленно погибли из-за желания воевать. Руанда и Панама. Панамская столица разрушена. Найдены массовые захоронения. Афганистан и Судан. Недалеко от столицы Судана разрушена фармацевтическая фабрика, производящая очень важные и дешевые медикаменты для экономически отсталой Черной Африки». И так далее. Список продолжится, если мировое сообщество не лишит американских поджигателей войны своей поддержки. Помогите же и вы посредством распространения Клягомал ТВ в вашем кругу друзей. Приятного вам вечера.